Любая специальность рассматривается в первую очередь по ее престижности и востребованности на рынке труда. Между тем, Курганская область сегодня испытывает нехватку рабочих кадров, инженеров, зоотехников, агрономов. Обучение по всем этим направлениям ведет Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Терентия Семеновича Мальцева. На самом деле это большая роскошь иметь специализированный вуз, который как раз направлен на развитие одной из основных отраслей экономики региона. У нас такая роскошь есть, не воспользоваться ей нельзя. Курганская сельхозакадемия сегодня создает комфортные условия обучения и проживания для студентов, аспирантов и сотрудников. Аграрный комплекс Зауралья, в свою очередь, ждет доморощенных специалистов. Поэтому сегодня основная задача – заполнить все бюджетные места вчерашними выпускниками Курганского региона. Я фактически уверен в том, что человек, который окончит сельхозакадемию через 6 лет, да, он будет востребован нашей экономикой и найдет себе достойное место работы с достойной заработной платой. Сегодня число абитуриентов, подавших заявление на обучение в академии, перевалило за 400 человек. Большая часть выбрали инженерную специальность, на втором и третьем месте – биологическое и экономическое направление. На сегодняшний момент потребность в кадрах, вот только мы первую прикидку сделали, то есть порядка 400 человек готов сельхозтоваропроизводителей уже сейчас принять на работу. Это агрономы, это зоотехники, это ветврачи. Борис Лайкин, Евгения Волкова, информационное агентство «Курган.ру».